Большое спасибо. Gracias. Спасибо. Орел или решка? Орел. Камень, ножницы, бумага. Нас часто спрашивают, можно ли использовать отбеливатель в стиральной машине. Хочется, чтобы белье выглядело белоснежным, но я боюсь лить отбеливатель в машину. Исследования показали, что есть отбеливатель, не причиняющий вреда металлическим, резиновым и пластиковым частям машины даже после очень длительного использования. Этот отбеливатель АС. Засыпьте порошок, а затем, когда набирается вода, налейте АС в отделение для предварительной стирки. Производители стиральных машин рекомендуют АС. АС. Белизна белья и безопасность стиральных машин. Что ты готов ради Лейс Макс? Прячемся! Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Вы хотите избавиться от застирывания вручную и посвятить больше времени семье? Вам поможет новый Тайд автомат. Ну вот. Все носочки опять беленькие. Прятки, прятки. Жизнь – это не только стирка. Чистота – чисто Тайд. Начните день с ощущения неповторимой свежести, которую дает вам Аквафреш. Зубная паста с тройным эффектом. Она очищает зубы, снимая налет, укрепляет их благодаря фтору и освежает дыхание. Аквафреш. Тройной эффект, который можно видеть, чувствовать, пробовать. После того, как вы перекусили, самое время позаботиться о свежести вашего дыхания. Особенно, если вы хотите стать ближе друг к другу. Поэтому жуйте Orbit Windfresh. Это единственная жевательная резинка, которая придает вашему дыханию по-настоящему зимнюю свежесть и предотвращает возникновение кариеса. Уникальное сочетание Orbit Windfresh. Зимняя свежесть и защита от кариеса.